Подписчики, всем привет! Сегодня покажу вам, как правильно разделывать зайца русака. Вот зайца русака. Делаем предварительно надрез вот здесь. Подвешиваем вот с двух сторон. Далее отсюда делаем круговой надрез. Вот так вот аккуратно. Жилку не порвать, на которой висит. Так, раз. Все, освободили. Далее берем ножик, пропускаем. Вот так вот спускаемся. Аккуратно. Вот, все. Есть два вида способа, конечно, снятия шкуры. Можно вдвоем. Посередине делается разрез. Получается, вот так делается разрез. И его тянешь, выдергиваешь. Но он более в пуху будет. А так более-менее пух попадает туда. Меньше. Этот вид называется чулком. Снимаем мы. Так, сейчас эту сторону. Перед тем, как разделывать зайца, наточите нож хорошо, чтобы вас резал. Вроде все. Здесь с этой стороны то же самое, аналогично берем вот так вот. Нож. Thank you.
хорошо снимается. Здесь руки пошли передние. Вот вроде бы попадание здесь где-то было. Передняя лапка почти вышла. Лапку освободили одну. Все. Сейчас вторую лапочку. Ну и все. Осталось срезать голову. Все, срезали голову. Шкуру отнесем собаке. Заливай. Заливай, сегодня не брали. Сегодня же мороз у нас. 20 градусов, да? Тебе, братан, на, покушай, ладно? На, заяц. На, братан. Молодец. Хавай, хавай, руку мою не схавай только. Кушай, ладно? Молодец. Так, сейчас будем внутренности. Для кишков возьмем ведро. Ладно. Кишки выкинем сюда.
нож замерз. Так аккуратно берем, двумя пальцами придерживаем. Раз, раз, раз. Вот так вот уже, что здесь виднеется у него печень. Вот так вот раз. Все прорезаем, эти кишки не нужны. Заяц, самка оказалась у нас. Все помоется, мочу выльем. Сюда желудок сюда, вот это печень, с печенью аккуратнее, ребята. Вот селезенку вырезаем вместе с мясом. Аккуратно не порвать. Все, селезенку выпилили. Печень пока поставим. Так, осталось, что нам, сердце вытащить и легкие. Сердце разрезаем, ставим сюда, легкие собаки, почки собаки, ну, все остальное, все моется, сразу его разделаю. Так. Следующий этап у нас. Нужно взять тазик. Так, лапки, получается, рубятся. Так, раз. И передние. И задние. Собаки. Ну и все, нашел зайца, ляжки отдельно. Надо висел, надо было. А висел так?
Видите, клапан надо было начать. Ноги отдельно, руки отдельно. И где ребра два раза? Блять.